Надо как-то уменьшить доску, чтобы счет был виден. Надо играть. Счет-то мы не видим. Ладно. Спокойно, у нас 3 минуты. Погнали. Но слишком долго не думать. Давайте попробуем защиту Грюнфельда. Так, что это у нас? D5. Грюнфельд. Разменялись, побили. Пианкетом. Подрываем центр. Рокировка. Нападаем. Так, защитим пешку. Давайте попробуем пешку. План со слон G4. Пойдем в 3. Нападем теперь на слона. Здесь я ухожу сюда. У нас правильно вообще разыгралось? Все там. Здесь есть удар, в принципе, сюда. Ага, взяли. Играют? И отступили пока. Так, слон D7. Теперь хотят, наверное, пойти где-то E6. Если я нападу сюда. Первый ком блином. Спасибо, Вячеслав. Нападает на пешку. Я попробую такой хитрый ход, чтобы ладьей сюда отступить. И где-то готовлю слон B5. А почему я не могу съесть слону? Плюс мне E6 хочу поставить. В случае взятия... Или нет? Взятие будет, и потом слон выйдет. Кстати, на B5. Это будет достаточно беру, неприятная связка. Слон B5. А, ну я пойду для сразу белых. Сюда, но он сразу... А, нет, он нападет, я сюда съем. Он заберет сюда, я заберу сюда, он заберет сюда. Так, пока что я там не вижу никакого выигрыша, получается. Что мне нужно сделать тогда? Давайте, может, H4 пойдем. Чтобы не было такого хода. Ну играть и чтобы B5 тоже потом впоследствии нигде не пошли. Готовить отступление слона. Теперь я уже хочу слона. Все-таки сюда съесть. Так, ну что, E6? Да, хочу пока туда съесть, туда-туда. Давайте E6 тогда заставим его. А он так и хочет подвинуться мне, немножко. Ну, давайте взятие попробуем, сюда. Наверное, проигрывает слона после хода ладья. Стоп. Секундочку. А как она собирается этого слона отсюда так. спасать? Меня теперь? Хотят съесть. У нее слона. Же нет отступления на D5. И как нам его защитить? Это, конечно, вопрос. Спасать-то она его собирается. Похоже, я его никак не защищаю. Так, давайте а мы туда его отдадим. За пешку. Ну что, еще что у нас делом? Есть две пешки. Сюда грозят пойти, напасть сюда, напасть сюда. А, ну я сюда схожу, защищаю, получается. Ну вот это вот. Отличный шанс на еще одну так, победу что Шувалов в матче. Тут... Надо сейчас сосредоточиться. Откидывает назад. Так, ладейка под боем где-то может оказаться. Куда логичнее всего отводить фигуры? Давайте ферзя в угол поставлю, чтобы все защищалось. Вторая ладья выйдет сюда, наверное. И смотрится это очень прикольно. Сюда пойти. Слон работает по диагоналям. Готов еще слон F8 выйти. Напасть. Здесь пешка под боем. Так, нападает на моего лошадку, да? Лошадка должна уйти. Конечно, можно защитить ее, в принципе. Даже ладьей. Или отойти что куда-то. Что делать на b6? Давай, ладно, защищу ладьей пока. Вроде бы конь b5 так, мне особо не грозит. Находить. Какими-то неприятными последствиями. Сюда пойти. Надо чуть побыстрее стараться играть, не запускать цейтнот. Так, конь b5 выходит. Можно пробовать пешку вести. И вот здесь... Вот тогда откроется еще эта диагональ, где-то может быть какая-то угроза быть. Ну, надо пытаться куда-то идти вперед. Давай пока сюда перейдем. Хватает. Она готовит ладья c1, да, нападаем. Еще раз. Ну, защитим, там надо где-то вызвать мада по первой горизонтали. Ага, защищает просто. Просто защищает ладью. А если я нападу... И шахи уже грозят. Ладья должна будет если отступить, конем и там пойдет, конь d2 который... будет. Там связка. Мне конь не нравился, но хотя если там сюда заберут... Подожди, давай, ладно, нападем просто. Так, он с другой стороны нападает.
Если я схожу сюда, он заберет, я заберу сюда. Попробуем вот так вот. Заберет ладьей, а там две фигуры. Слона висят. Подключить к игре. Конь-2. Ага, контратака пошла. Давай взяли. Кажется, я опять могу что-то сейчас зевнуть. Может быть, такой ход? Такой ход, например. Да, еще попробовать. Нет, прицелиться. Так что тактика меня сегодня вообще не спасает. Ну и здесь я даже не знаю, какую ладью брать. Сюда, можно сюда. И эту взять, и эту взять. Сюда, сюда, ну туда замерзло. Все висит. Ферзь, ладья, вторая ладья. Очень много ладей под боем у Марины. Может быть, хитро ей надо было сначала побить сюда, а следующим ходом. Так, и мы не можем, 5. Да? Или как-то хотя бы меньшим отделаться каким-нибудь. Куда ей, кстати, отступать? Сюда можно пойти. На Б3 может пойдет. Быть? Так, у меня еще мало времени. На хорошо, идем сюда. Есть еще ход конь Д2, да? Хотим, типа, на взятие забрать вот эту ладью. Он дополнительно. Тогда отойдем сюда. Можно побить ладью. Конь Д2, кстати, смотрится. Ферзь Б2, ладья С2 там какой-то, да? Ну, давай нападем вот так. У нее просто все фигуры под боем. Все. И давай вот так, допустим. Раз. А, могу ладью побить. Ну, можно просто напасть, наверное. Увели ладью из-под боем. И теперь начинаем уничтожать ладьи постепенно. А может, даже не постепенно. Может, просто съесть ее. Там еще мат, короче. И вот так вот добавить огонька. Так, у нас пока что... Победа, друзья! 2-0 пока счет. Лидируем по итогам двух матчей. И настроиться впереди на борьбу. Еще 10 партий. Матч из 12 партий. Играем сегодня. Что это такое? Совсем размякла, но она просто не ожидала, мне нужны видимо, ваши такой лайки. Агрессии с моей стороны. Мы пока что две игры сыграли. Нет, я не буду сдаваться. Я соберусь и выиграю. Так, ну что, у нас пауза какая-то? Нет.